Привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку «Растения против зомби». Ну что ж, у нас квест, по-моему, на виноград, да? Постараемся пройти его. Так, ставим огненного. Кстати, огненного растения у меня нету. Подождите, или это на чё квест? По-моему, я на виноградный квест хотел выполнить. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, мы выполним виноградный квест. Я на это сильно надеюсь. Так, у нас уже куча огненных. Отлично. Нам нужна защита. Нам нужна хорошая защита. Пытается пройти, смотрите. Но мы его останавливаем, в принципе, очень хорошо. Где хуже всего? Давайте его сюда поставим. Сюда, потом, наверное, сюда поставим. Так, ну я думаю, мы от них должны отбиться. У нас куча просто огненных. А, давайте сюда будем растение ставить. О, отлично. Так, это первое. Она... То есть, если я на бонус делаю на какое-нибудь растение, то они, получается, все будут взаимодействовать. Отлично. Давайте прямо сейчас попробуем. Прикольно, прикольно это все смотрится. То есть, у нас у всех получается... Все растения используют мегаспособность свою. Вот, все, теперь прям по линии пойдут. Отлично. Я думаю, пора сейчас использовать. Давайте прямо сейчас используем. И просто всех поджигаем. Все, все подожглись. Офигенно, круто было. О, еще два растения. Отлично, я думаю, на последний как раз оставим. На последнюю волну. Это легкое задание, можно даже ускорить. Пускай поближе подойдут. Все, я думаю, пора использовать. Отлично, все сгорели. Просто все сгорели. А, чуметь, как круто. Можно опять еще использовать. Стопроцентная победа. Блестяще. Так, и... Где ж победа? А там еще один зомби. Запоздавший. Запоздал зомби. Отлично, ребят. Так, побеждаем. Забираем монетки наши. Так, ну я выполнил этот квест. Это какой-то другой был квест, я так понимаю. Давайте посмотрим. А, нам предлагают купить, у меня денег нету. А, этот квест мы выполнили. Вот какой я хотел квест пройти. Да, ребят. Крутой квест. Сейчас мы с вами его будем проходить. Так что приготовьтесь, ребятки. Садитесь поудобнее, можете налить чай. Потому что это минимум будет минут 20, а может быть и даже и 30. Вот квест на вишенку, мою любимую вишенку. Она реально очень крутая. Ну что ж, неужели у нас будут одни вишни? Виноград. Виноград, прошу прощения, какая вишня? Это ж виноград. Так, взрываем первого. Я думаю, у нас будет много вишенок. Виноградов. Ну, как ты можешь так ошибаться? Так, давайте. Отлично, взорвали. Кто вот это такой, я не знаю. Что он делает? Он усиливает наших или что? Это я не знал, кто это был только что. Что он мне сделал? О, нет. Виноград помог нам. Надо было сюда ставить. Да, курица бы разобралась с этим. Ах ты, я не думал, что так. Надо было в начало ставить. Я тут немножечко лажанул. Давай, взрывайся. Первая пошла. Блин, мы опрометчиво сделали. Ой, я не знаю, победим мы или нет. Надо сюда ставить. Защита от куриц. Нифига себе. Так, отлично, тут мы проходим. Тут нормально у нас все. Что-то я какую-то фигню делаю. Давайте вот так пробуем пройти. Ничего, защита от куриц у нас хорошая. Быстро поставили. Отлично, успели. Давайте сюда робота притянем.
Если что, мы его взорвем. Давайте взрываем. Отлично. Неплохая тактика. Ну, в конечном итоге все-таки мы справились, ребят. Да, сейчас курицы не дойдут. Отлично. Я просто не думал, что будут курицы эти. Справились, хотя немножко было напряжно. Но мы победили в итоге. Так, первая галочка. Нам надо еще 5 галочек заслужить. Давно не играли растения против зомби. Не знаю, наберем вообще 100 пальцев вверх или нет. Иногда набираем 100 пальцев вверх, не всегда. Если бы каждый бы помог мне. Так, а зачем мне вот это растение, по сути? Оно выкидывает за борт, но тут нету никакого борта. Так, ладно, отсюда будем обороняться. Отсюда, давайте вот так сделаем. Вот так. Он их будет отталкивать. Отлично, ну ладно, пускай отталкивают. Так, пока что подэкономим. Давайте я быстрее сделаю, чтобы долго не задерживаться. Давайте сделаем двойного гороха. Тройного гороха. Чтобы середина у нас была охраняемая. Да нет, надо взорвать, надо взорвать. Блин. Бочки, давайте бочонку все взорвем, всех бочонок. Отлично, давайте отталкиваем их. И сейчас будет взрыв, мега взрыв, пускай поближе подойдут. Так, хорошо. Надо сюда тоже ставить. Ух ты ж, елки-палки, как же вас много. Офигеть. Отталкиваем всех. Взрываем. А, надо оттолкнуть, надо оттолкнуть. Ух ты, мега взрыв. Мы их всех отталкиваем. У меня, по-моему, бустер, да, на нем стоит. О, это будет нелегко. Это будет сложно, я считаю. Оттолкнули. Тут надо взрывать их. Вниз. Вниз по-любому надо взорвать. Теперь вверх нам надо будет взорвать. У меня есть мега... крутая штука. Так, теперь давайте вот, вот так взрываем. Отлично, вот эту линию. Ну, в результате, я думаю, мы победили. Вот, вот сюда положим и сюда буст. Отлично. Фига себе, сильные снаряды такие. Так. Все, да, взрываем. И тебя тоже надо взорвать. Па. Прошли, ребят, следующий квест. Да, немножко было напряжно, но было круто. Забираем ништяки. Отлично. Это вторая галочка. Нам... Мы идем дальше. У нас должна еще быть третья галочка. Офигеть, сколько гробиков. Надо бы от них избавиться. А, что-то плохие какие-то грибы нам дали. Я не знаю, как мы тут будем вообще справляться. Да, офигеть. Тут будет одна волна, но, видимо, очень-очень-очень сложная. А, я могу только сюда поставить. Так, тут немножко опасно. Ладно. Пускай они убирают гробы. Он должен по-любому хотя бы одну убрать. Иначе нам не позадоровится. Тут можно вот так сделать. Я, наверное, сюда тоже поставлю. Так, ну давай же, немножко осталось. В любом случае, он сейчас ест, и я использую... Поставим резко, сейчас поставим. Отлично, ставим. Так, я думаю, этого мы добьем, я надеюсь, просто... А, используем мега-выстрел. Отлично, вот так-то лучше. Тут надо вот так взорвать. Так, в два ряда ставим, в два ряда. В два ряда. Конечно, уже в двух рядах стоят. Они должны поближе подойти. Давайте, ребят, еще ближе.
Задействуем. Отлично. Я думаю, пора, пора, пора. Кричат нам детвора. Так, я не знаю, что такое, давайте поставим. И еще раз. Выпускаем. Отлично. В три ряда стоят такие. Ух ты, нас сейчас легко прожгут. Да, с ними будет сложно бороться. А, вот так давайте попробуем. Неплохо, неплохо. Защищаюсь как могу. Так, что ты будешь делать? Нечем, нечем, ребят, защищаться. Нечем вообще. Офигеть. Давайте я использую. Надо немножко их выкинуть. Все, отлично, появилось то, что нам надо. Отлично. Неплохо избавились. Да что ты будешь делать? Что, неужели не смогут? Хорошо, молния. Рассыпали то, что надо было. Но видите, как сложно все оказывается. А, взрыв. Взрыв давайте вот так сделаем. Так. Так. Ну это нелегко, ребят. Давайте попробуем сделать вот так. Пу, бобы такие полетели. Так, хорошо. Ну, вроде более-менее что-то у нас происходит. Справляемся. Сказал, даже отлично у нас, хорошо происходит. Все начинает получаться. Какими-то бобами или чем они стреляют? Какими-то семечками? Что же растение такое? А, они отскакивают. Прикольно, они отскакивают. И могут много раз ударить. Так, ну что ж, в общем и целом мы победили, ребятки. Забираем нашу награду. Отлично, забрали награду. Так, следующая галочка. Надо бы почаще нам играть в эту игру, потому что игра довольно-таки интересная. Так, тут ждем, немножко подождем. Вот они, враги пошли, вражины. С чего начать, я не знаю, давайте отсюда пускай уже. О, кто такие? Вот кто вот это такие? Что они будут делать? Они спрятались. Ладно, пусть спрячутся. Не знаю, то ли использовать, то ли не использовать. На что они способны? Что они будут делать вообще? И они резко выскочат и напугают? Или они еще даже не выросли? Это вот только что выросли. Ладно, какую-то я фигню сделал, зря потратил только. Почему они лежат, сидят внутри, а потом резко очухиваются? Это странно. Вообще, куда проходят? Вот они прошли, и они выскакивают. Зачем? А, они сзади начинают бить. Все, я понял, они сзади бьют. Странно как-то. Не спереди, а сзади бьют. Ты еще такой кулачками своими. Ну, прикольно. То есть, надо было, наоборот, ближе сюда, наверное, ставить. Вот так. И они легко огненного смогут снести. Можно сюда даже. Отличная зачистка, хорошая. И поэтому этих растений очень сложно убить, потому что они бьют только задних. Воу-воу-воу-воу, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте еще раз.
Давайте вот так сделаем, вот так. Отлично. Неплохо побили. Он закопал просто одного. Тут я уже добьем, хватит над ним издеваться. А, отлично. Так, что у нас получается, два задания осталось. Еще два задания. Давайте уже доделаем это. Предпоследнее задание. Так, и пока что купится виноград наш. О, два уже, отлично, пригодится. Первый пират. Зомбо-пират. Орешки давайте тут будем ставить. Давайте сделаем вот так, попробуем. Все, отлично, всех разорвали. Ну, начало давайте вот таких поставим, пускай. Слушай, елки-палки. Поставим мелочь. Как долго я смогу защищаться, не знаю. Точка. Так, неплохо. Давайте пускай поближе подойдут. Мы сейчас их сорвем вот так. Отлично. Сорвали. Сюда можно магнит поставить. Давайте вот так тоже подзорвем их. Замечательно. Еще два раза могу подзорвать. Так, давайте свои обмундирования все. А, я ведром что ли стреляюсь? Не понял. Взрыв. Сюда орешек. Все, это последняя была волна. Где последняя волна? Я прошел ее? Все, отлично. Теперь будет самый-самый последний уровень. За что мы с вами получим крутые ништяки. Вот он, шестой, последний. О, три солнца тут. Так, три солнца я могу еще добавлять. Что так мало? Давайте 4 тогда солнца сделаем. Кто первый пойдет? Кто пойдет первый? Так, сюда ставим. Сюда поставим защиту. Пускай в два ряда у нас будет солнце. Мы даже траванем. Этого мы легко так убьем. Раз, два, три, четыре волны. Потому солнца должно быть очень-очень-очень много. А именно в два ряда. Так, сюда надо по-любому защиту нам. Давайте его траванем. Отлично. Все, солнце готово, ребят. Два ряда есть. Сейчас еще грохострелу. Грохострелу надо вообще в три ряда сделать. Будем в три ряда делать грохострел. Так, сюда поставим, давайте, вот эту штуковину. Тебя, в принципе, можно затравить. Так, сверху надо по-любому защищаться. Можно использовать один хотя бы уже. Вот так. Отлично, справились. Сейчас будет копиться, пока накопится. Так, защита неплохая, давайте. Отлично, рыгнул. Ты полетел. Кто это такой летит?
Подожди, что он делает? Стоп, 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 стоп. Ты кто такой вообще, эй? Надо его травануть срочно. Вот я не ожидал такого. Давай взорвем их уже нафиг. Че он такой сильный? Смотрите, он ест наших. Он наших сейчас пожрет. Так, ладно. Да короче, иди нафиг. Все, мы справились. Это было сложно, ребят. Так, нам нужно опять солнце. Эй, какого лешего? Я не успел даже заметить. Стреляй в него, стреляй! Я ему ничего не смог сделать. Все, рыгнул. Отлично. Так, вроде отбились. Смотри, куда они перешли. Грохострелы. Да елки-палки, ну что тут происходит? Что он делает? Так, надо травануть его, давай, рыгай. Луковица еще не накопилась. О, как же это сложно, это реально сложно. Ну, горох хотя бы стреляй. Да елки-палки. Так, давайте рыгнем. Короче, нафиг. Выкидываем их отсюда. Это колдун нафиг. Я думаю, надо взорвать их. Как я мог промазать? Я пытаюсь отбиваюсь как могу, ребят. Это нелегко. Казалось сложнее, чем я думал. Надо их задержать. Причем задержать по максимуму. Все, накопилось, отлично. Используем бомбу. Так еще будет последняя волна. Это не все. Вот она финальная волна, ребята. Вот кого нам надо было бояться. Так, надо рыгануть. Отсюда еще идут. У нас просто какой-то беспорядок. Беспорядок и хаос творится. Так, уж слишком много идут. Что, скоро заряд восполнится у меня. Так, нужно, нужно, нужно. Все, давайте используем. С этого только добьем и все. Все, победили, ребят. Это казалось проще, чем я думал. Ну, сейчас будет жесть. Не, справились, справились нормально. Ну, правда, приходится бусты использовать периодически. Ну, ничего, денег у нас пока что хватает. Так, и награда самая интересная. Ну, 2,5, компенсация. 60. Замечательно. Сколько у меня? Второй левел. То есть, по сути, их надо сейчас прокачать. Идем сюда. Или ладно, потом прокачаем. Ладно, потом действительно прокачаем. Вот, ребят, вот такие вот миры. Мы с вами пройдем их. Вот, лишь бы вы смотрели, лишь бы вам нравилось растение против зомби. Надеюсь, мы вообще наберем 100 пальцев вверх. Что у нас тут такое? Кстати, давайте посмотрим. А, вот в книге можно прокачаться. Ладно, мы потом прокачаемся. Надо растения поливать, следить за растениями. Так, новые бусты, отлично. Посадим сюда растения. О, мое любимое, одно из любимых, прикольный. И буст сразу на него. Давайте еще одну посадим. Нам осталось 60 алмазиков. Чтобы все были забустованы. У нас растений много, я думаю, стоит потратиться. Проще находить растения, мне кажется, чем покупать. Покупать будет намного дороже. Вот, ребят, ну а с вами был Даридий, всем до скорого, пока-пока, хорошее настроение и всего вам наилучшего, увидимся.